22 сентября в Удомле состоялась ежегодная осенняя ярмарка, организаторами которой являются Тверской областной потребительский союз, Удомельское горпо и администрация городского рынка. Для нашего муниципального образования ярмарка стала юбилейной, но Удомельской земле она проводилась в 10-й раз. Задорные русские народные песни, ростовые куклы, ароматный запах всевозможных солений и копчености, бесчисленное множество товаров со всей Тверской области. Так встретила удомельцев 10-я юбилейная ярмарка «Золотая осень». А начиналось все в 2003 году. Тогда первая ярмарка проводилась на проспекте энергетиков. Организаторы, в том числе и председатель удомельского горпо Любовь Шанина, сильно переживали, как пройдет первая ярмарка. Но все получилось, и ярмарка стала настоящей визитной карточкой Удомельского района. Наши тверские кооператоры не постоянно удивляют, я вот сама кооператор, но их задумкам, их выдумки. И вас сегодня ждут самые разнообразные товары. Сегодня, в этот знаменательный день, являющийся 60-летним юбилеем этого мероприятия, можно с уверенностью сказать, что система потребительской кооперации нашей области совместно с администрацией района и города Удомля заложила очень хорошую и добрую традицию проведения таких ярмарок. Потому количество посетителей, которые в этот день пришли к нам на ярмарку, мы можем смело и уверенно сказать, что эта добрая традиция прижилась на этой замечательной земле. Ну, а мы, собственно, как торгующая организация, как система потребительской кооперации, делали, делаем и будем делать впредь все зависящее от нас, чтобы удовлетворить любой спрос, любое пожелание наших уважаемых покупателей. Спасибо. Сегодня настоящий праздник в нашем городе. И та продукция, которая предоставлена 16 потребительским кооперациям области, показывает, что потребительская кооперация Тверской области устойчиво развивается. Здесь вы можете найти экологически чистые продукты, которые выращены на Тверской земле, на Удомельской земле. Дорогие удомельцы, дорогие гости, я от администрации Удомельского района искренне всех поздравляю с сегодняшней ярмаркой. Почему поздравляю? Потому что она юбилейная. И действительно, это праздник. Я хочу всем пожелать хороших, удачных покупок. А всем гостям, которые посетили нашу землю, это потребительские общества, соседи, а также очень издалека Тверской области, чтобы выручка сегодня была у них тоже хорошая. Всех с праздником, хорошего настроения. Сотнями килограммов измерялись запасы на зиму, закупленные удомельцами на ярмарке. Это картофель, капуста, морковь и репчатый лук тверских производителей. Каждый смог найти товар на свой вкус и по доступной цене. Десятки наименований продовольственных товаров были предложены покупателям. Всевозможная выпечка и кондитерские изделия. Рыба свежая, копченая и соленая. Мясо и мясные изделия. Колбасы на любой вкус. Фрукты, овощи, лесные дары природы, клюква и грибы, промтовары, саженцы плодовых и декоративных растений. Отсюда популярность ярмарок и увеличение с каждым годом числа их участников и гостей-покупателей. В 10-й ярмарке «Золотая осень» приняли участие 16 потребительских обществ Тверского региона. Торговые места, как всегда, были празднично оформлены. Некоторые потребительские общества представили на обозрение горожанам красочные экспозиции, которые вызывали у посетителей приятные эмоции и улыбку. В палатках Удомельского горпо по традиции шла торговля разнообразными творожными пастами и вареньями, которые закупаются в Новгородской области напрямую от производителей. Проведение подобных ярмарок – это не только удовлетворение потребностей покупателей, но и поддержка тверских сельхозтоваропроизводителей в рамках реализации программы взаимодействия Тверского областного потребительского общества с администрацией региона по обеспечению продовольственной безопасности.